Саммит G20 завершился, и сегодня лидеры стран отправляются по домам. Что имеем в итоге? Много встреч, много соглашений. Уже точно можно сказать, что саммит в Китае и саммит в Австралии в 2014 году – это такие две большие разницы. Изменения для России очень положительные. Вот, например, когда президент США встречается с президентом России, причем делает это по своей инициативе и просит об этой встрече, говорить о какой-то мировой изоляции явно не приходится. А все мы по ним помним, как нам угрожали, что сделают нас чуть ли не мировым изгоем наподобие Северной Кореи. Так и хочется сказать ха-ха. Теперь мы все видим, что слова это одно, а надо смотреть на самом деле на дела. С Путиным встречаются все, делают это открыто, а вот с удовольствием это происходит или по делу, уже неважно, мировой политике действуют совсем другие принципы. Вот сегодня прошли переговоры с Обамой, говорили больше часа, и в составе делегации, даже с глазу на глаз, причем делали это без прессы, а значит, решались очень важные вопросы. Знаем, что обсуждали Украину и Сирию. Обе стороны назвали эту встречу рабочей и полезной. И еще одно доказательство, что никакой изоляции нет, это встреча с президентом Египта. Она, конечно, привлекла не такое большое внимание, как переговоры с Обамой, но мы же помним, что Египет – это ключевая страна в Африке, которая пережила цветную революцию и разочаровалась в ней. Путин и Абдул-Фатах ас-Сиси обсуждали экономическое сотрудничество двух стран. Без нашей пшеницы сейчас Египет прожить не может, но это так, к слову. Интересно получилось и с Аргентиной. Там новый президент, напомню для тех, кто не знает, Маурисио Макри. Правит он всего лишь полгода, его называют проамериканским, он сменил на этом посту Киршнер, которая симпатизировала России. Об этом все знают. А вот Марси, для которого главный союзник Вашингтон, тоже говорит про усиление сотрудничества с Москвой. И особенно Буэнос-Айрес интересует энергетическая сфера. Получается, что «Бьен-Венидо, сеньор президенте», говорят Путину. Но были и другие встречи, о них тоже мы расскажем. Не менее занятый день сложился у министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Дипломаты сегодня вновь обсудили ситуацию в Сирии. Речь в первую очередь шла о взаимодействии России и США в целях ликвидации террористов. В этой стране пока заключить соглашение никак не удается. Путин и Обама поручили главам внешнеполитических ведомств продолжить работу. Министр иностранных дел нашей страны и госсекретарь США вновь встретятся уже на этой неделе. Это подтвердили и в Белом доме. Им будет о чем поговорить.